Транспортные полицейские – частые гости в сочинских образовательных учреждениях. На этот раз они пришли в 10-ю школу. Желающих присоединиться к такому необычному уроку оказалось немало. Сначала специалисты по воспитательной работе сочинского линейного управления МВД на транспорте попытались обучить ребят навыкам сборки и разборки табельного оружия. Или просто разрешили подержать его в руках. Кроме того, полицейские показали, как правильно и быстро можно воспользоваться средствами химзащиты. Ну а после ребята отправились в спортивный зал. Там работники транспортной полиции показали школьникам приемы самообороны. Такие могут быть полезны не только мальчикам, но и девочкам. Вообще такие занятия в 10-й школе проходят достаточно часто. Ведь в казачьей школе патриотическому воспитанию подрастающего поколения уделяется особое внимание. Мальчишки в особенности, но в последнее время и девочки интерес. Вы видите, что девочки поступают у нас уже везде, в кадетские корпуса и в военное училище. То есть это ажиотаж большой идет. Поэтому я думаю, чем больше наших учеников будет защищать родину, да, любить родину, это будет хорошо. Наша цель – это заинтересовать детей после окончания школы поступать в институты МВД и помогать сотрудникам полиции оказывать помощь в противодействии преступности. Такие занятия дают реальные результаты. Так, на одной из последних встреч со студентами три человека обратились в отдел кадров транспортной полиции с желанием пополнить ряды этой структуры. Ну а в прошлом году после такой же встречи четыре школьника поступили в Белгородский институт МВД.